2022 год решением исполнительного комитета был объявлен в Гагаузии годом Диониса Атанасоглу. Этому событию сотрудники Гагаузского национального театра имени Диониса Атанасоглу посвятили целый год. Спектакль по роману «Узун Керван» «Узиялет. Последняя битва» собрал неимоверное количество зрителей. Произведение «Узун Керван» — это поистине большое, это смиксованное по жанрам произведение и очень великого, достойного деятеля культуры и науки нашей гагаузской автономии, нашей нации, гагаузов, как Диониса Николаевича. Сложное, но оно единственное, по крайней мере, всеми нашими гагаузскими литераторами признанное произведение. И Гагаузский национальный театр имени Атанасоглу очень правильно сделал в этом году, выбрав и решившись показать на сцене «Узиялет». Я очень рада, я хочу выразить всему коллективу театра огромную-огромную благодарность за то, что такая красивая постановка. Ты попадаешь в мир истории. И как здорово, что книга «Узун Керван», которую написал Дионис Атанасоглу, вот такая толстая. Навряд ли ее мы, сегодняшняя молодежь, могла бы прочитать. А так, посещая театры, мы, конечно же, можем расслабиться, получить удовольствие и окунуться в мир нашей истории и прочувствовать это у себя в своем внутреннем мире. Поэтому я хочу всему коллективу пожелать крепкого здоровья, мира, добра. Пусть театр живет не 100 и даже не 1000 лет. Работайте, вдохновляйтесь и радуйте нас, ваших зрителей. Гагаузский национальный театр имени Диониса Атанасоглу был основан 26 декабря 1997 года. Актеры тогда впервые вышли на сцену со спектаклем «Оглан и Лянка». На протяжении 25 лет театр пережил немало проблем, но, несмотря на это, сотрудники сумели сохранить и приумножить театральное искусство нашего региона. 25-летие театра – красивая и хорошая дата. Очень сильную и красивую премьеру мы сегодня увидели. Я рада, что этот спектакль появился у нас. Что я могу еще сказать? Пусть театр работает и продолжает развиваться. Сегодня Гагаузский национальный театр имени Диониса Атанасоглу узнают и ждут на международных сценах. Гагауз милли театросу doğrudan da büyük bir yol geçmiştir. Bugün onun 25. yılını kutladık. Çok büyük bir emek sarf etmişler. Гагаузский национальный театр имени Диониса Атанасоглу прошел через много трудностей. Для истории 25 лет – это мало, но для одного театра – это достаточный срок. Сегодня мы стали свидетелями очередного исторического события. Я уверен, что данная работа будет представлена и на сценах тюркского мира. Гагаузский национальный театр является той силой, которая сегодня держит и продвигает гагаузский язык на международной арене. Мы этому несказанно рады. Dilimizin güçlenmesi, inkişaf etmesine nail olmalıyız. İnşallah ki olacağız. С помощью данного спектакля зрители сумели проникнуться историческими событиями наших предков. Ben nice aktör bu spektaklde oynarım. Arslan Bey rolünü götürerim. Doğrudan söyleme В этом спектакле я играю роль Араслана. Мне не было сложно, так как я этим занимаюсь уже много лет. Единственной сложностью стал сложный и уникальный язык автора. Язык Диониса Атанасоглу особенный, и над ним пришлось долго работать. Дили бераз башка турлю. Довой зря лязым кырма бераз дилине, а не гетюрмя джимлеи, сөлемя джимлеи. Мне язлы бу пьесада. Спектакль по роману Диониса Атанасоглу «Узун Керван. Узиялет. Последняя битва» был написан Михаилом Резунцом. В начале 2022 года главным управлением культуры Гагаузии был объявлен конкурс, в результате которого данное произведение было признано лучшим. Мы сегодня показали на сцене ровно то, насколько мы это понимаем, как мы это видим. И думаю, что режиссер здесь подошел к этому вопросу серьезно, потому что работа очень нелегкая на самом деле. Сам текст Диониса Атанасоглу, он настолько гагаузский, текст очень сложный, с такими философскими задумками. У него это все завуалировано. Естественно, мы попытались как-то вскрыть где-то, да,
какие-то моменты. Думаю, что получилось у нас. В завершении вечера прозвучал гимн Гагаузского национального театра имени Дианиса Таносоглу, который был написан специально к юбилею. Алена Терзи, Леонид Арфанус, Алексей Герчу, ГРТ Новости.